Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Я хочу показать коротенькое видео о моем отдыхе в ташкентском санатории Зангиата Замзам. Ну, начну сначала с того, как наш самолет приближается к Ташкенту. Мы начали снижаться. Приближаемся к Ташкенту. Вот это здание, у него на первом этаже все медицинские процедуры, второй, третий этаж, номера. Ну и сзади там есть здание, там столовая есть, номера. Вот там вы видите в конце аллеи, это бассейн и площадка для отдыха. Приличная такая. Я покажу, соответственно, здесь детские площадки. Ну, территория ухоженная, приличная все. Видите, даже есть тахта. Вернее сказать, это называется там тапчан. Все полито, зелено. Ну, я приехал вчера. И меня сразу взяли в оборот, сразу же, тут же, немедленно. Еще я только еще не поселился. Меня уже дали к медицинскую карточку, послали на врачам к врачу. Врач назначил обследование. Тут же сделали УЗИ, тут же сделали, там, начали делать процедуру общую, которая для всех. Не конкретные для меня, допустим, а там всякие там по моим симптомам, которые я описал. Вот, то есть мгновенно отправили в бассейн, там всякие минеральная вода, кстати, которая прямо здесь же и есть источник горячей воды лечебной, и бассейн наполнен этой водой. Вода здесь, ты должен поправить себя. Нет, вода обыкновенная, но в других ваннах там используются минеральные источники. Не то, что там привозят в бочках, а просто бьет из земли. И бассейн огромный, просто наполнен этими, этой водой. Там струи, типа вот, не знаю, душа, типа душаков. Тут много всяких различных, я бы сказал, элементы ландшафтной архитектуры. Видите? Люди фотографируются, говорят, давайте. Нет, я тоже... нет, вот это на наш. Я вас сейчас сниму. Да, сейчас я сниму. Тут, понимаешь, горный орел на вершине Кавказа. А тут повидимся, по всей видимости, ночью подсветка еще. Вот такой мостик. Kissing Bridge.
Вот, примерно так. Вот мне я хотел светильники показать. Светильники такие, понимаешь, из металлического орнаментального, орнаментально украшенные, стилизованные. Тарочки там. Это выход из санатория. Ну, пожалуйста, минеральная вода. Это буфет такой, буфет. Вот примерно так вот за окошко моя территория выглядит. Утро санатории. Как будто не хочет пить. А потом, как только выключишь, он начинает орать. Поднимает сейчас. О, вот он. Вот он. Дождался. Доброе утро, меня зовут Александр. Это у меня сегодня первое утро в санатории Зангиата. Зангиата Занзам в Ташкенте. Ну, первое впечатление, самое замечательное. Ну, это такой... не шикарного уровня, но очень приличный санаторий. Это не то, что есть там какие-то суперкурорты, но здесь все поставлено на лечение и на хороший отдых. Так что, в общем-то, пока что первое самое впечатление хорошее. Территория красивая, кухня отличная. У меня вот был обед и ужин. Вот сразу по прибытию сразу же сделали мне сразу встречи с врачом без всяких промедлений. Врач назначил процедуры и тут же меня взяли в оборот, сразу отправили в бассейн, значит, на там всякие там как на физиопроцедуры, сделали анализ, сделали УЗИ тут же и тут же даже сказали, какие проблемы есть. Ну, то есть, все оперативно, четко, душевно. Персонал доброжелательный. Ничего не могу сказать плохого. Номера, ну, у меня, ну, по крайней мере, ну, такой приличный. Сделан ремонт. Вот. Вот это вот, вы слышите голос, услышали. Это павлин поет на территории. Тут такой небольшой курятник. Вот они, сейчас я вам покажу. Вообще вся территория украшена различными фигурками животных, зверей. Довольно-таки творчески подошли люди. Вот видите, какие тут целые птичники. Вот. Это автобус, на котором туристов возят, наверное. Но я пока не знаю точно. Тут даже маленький магазинчик есть. Тут мне понадобилось зарядное устройство, потому что мне нужно было на 220 вольт купить. Ну, там такой ассортимент товаров первой необходимости. Вот здесь нарушитель спокойствия. Павлин сидит. И это самое, и петушок, который поет с утра уже.
Смотри, какой красавчик. Их двое тут, павлин, самка и самец. Он красавец. Красавец. Ну, красавец, красавец. О. А это дамочка. Какая у нее щеточка на голове. Ну. И что ж ты там не поешь, когда тебя снимают? Давай, показывай хвост. О, покажи хвост свой. Красивая, красивая птица. Красивая птица. Ну тут, значит, на передней части двора тут хорошая территория. А еще есть и сзади, на задней части двора. Я сейчас покажу тоже. Дорожки выложены хорошей плиткой, причем разнообразной. И даже такой какой-то с эффектом каким-то оптическим, который придает объемность. Какие красивые тополя. Здесь есть потайной ход. А, это можно пройти через эти ворота, можно пройти на задний двор. А там есть еще бассейн плавный, о котором я не знал. Ну, не знаю, он работает или нет. Пока закрыто, посмотрим. Видите, довольно-таки приличное сооружение, кругом всякие качели, беседки. В общем-то, неплохо. Вот здесь есть вход в бассейн. Тут тоже. Такое. Все, видите, территория украшена морскими кониками. Какая-то птица поет так. Я специально вышел пораньше. Это сейчас только где-то около 7 утра, еще все спят. Ну или там, прогулками занимаются кто хочет, просто чтобы не было людей, чтобы было удобно снимать. Вот такой бассейнники такие, здесь типа фигурки различных морских животных, здесь типа бара небольшого, тоже стилизовано все. Под узбекские мотивы, под восточные мотивы. И вместе с тем все так цивилизовано. Даже дельфины есть. Дельфинарий, скажем. Вот тут еще бассейны. Но в этих вот почему-то воды нет. Я так понял, что вроде там как-то закрывали на чистку бассейна. Но я точно не могу сказать. Ну, в принципе, вот ну, приличное это самое такое сооружение. И тут рядом и даже есть, пожалуйста, вам верблюды. Какие-то старинные здания. Довольно-таки
довольно-таки хорошее это место. Но самое главное, что здесь лечение, так все так серьезно подход к лечению. Не просто там для отдыха. Мы сюда едем не только для отдыха, а чтобы получить какие-то процедуры, которые мы не можем получить дома. Очень много процедур включены. Есть, за которые надо платить отдельно. Но цены небольшие сравнительно. Ну вот как-то примерно так. Задний двор, скажем так. Ну, здание трехэтажное, все процедуры и медицина на первом этаже, на второй, третий это для жильцов. Здесь это, по всей видимости, можно приготовить себе что-то, если захочешь. Плов или еще что-то. Казан тут стоит хороший. Беседка. Высокие тополя, красивые, гладкоствольные, вот эта тополиная роща. Эта территория старая, там будет здание, виднеется, это был старый санаторий, который действовал задолго до того, как построили это новый. Здесь эстрада, я так понимаю. Здесь будет какая-то активность по вечерам, танцы, опять же, с контингентом, кому за 80, ну и, может быть, кому за 60, такие, как я. В общем, пока что я доволен выбором. Думаю, что мое настроение не испортится. И надеюсь. Все зависит, конечно, от ожиданий, которые у человека есть. Но, по-моему, соотношение цена и качество это довольно-таки приличное. Так что пока все хорошо. Воспользуюсь прелестями цивилизации. Качель, понимаешь, красивая, плетеная, оригинальная.